Итак, друзья, здравствуйте. Сегодня 16 марта 2022 года. Ситуация в городе, город, который замер. Замер в такой ситуации, что никого нету на улицах, нету машин. Такое впечатление, что 1 января на улице. И люди стоят только в очередях за гуманитаркой, которую выдают в разных местах. Довольно много пунктов выдачи, но везде стоит очередь. И, естественно, эта очередь переместилась из супермаркетов, по которым уже люди перестали ходить ввиду отсутствия денег. И вся эта очередь переместилась теперь в гуманитарный центр. Дают различную гуманитарку, но в основном предметы первой необходимости. То есть хлеб, крупы, молоко иногда дают. То есть люди за этим стоят, несмотря на то, что канонада идет постоянно. Чем мы занимаемся? Мы, конечно, не работаем. И с этим связаны трудности с деньгами у людей. Чем мы занимаемся? Смотрим по сторонам. Слушаем звуки прилетов, видим черный дым где-то, внимательно присматриваемся, что туда прилетело и как далеко это находится. Обстрелы весь день и ночь, и под утро немножко затихают, но в 6 часов, как петушок, нас будет опять звуки обстрела. На дороге много осколков, люди пробивают постоянно шины. Образовались такие мини-банды гопников, бомжей гопников. Молодые люди, ну такие неопрятного вида, пытаются попросить денег. Ну добавьте денег. То есть это ненормальная ситуация. Полиция работает, но занята своими делами. Им сейчас не до этих гопников. Некоторые люди, несмотря на канонаду, вышли на прогулку, хотя в основном сидят дома, и комендантский час, фактически, как только потемнеет, люди находятся дома, сидят без света, боятся, поэтому погулять хотят хотя бы на чуть-чуть выйти, хотя бы немножко глотнуть воздух, хотя канонада и прогулка вещи несовместимые. Алкоголь в супермаркетах не продается, продается только слабоалкоголка и пиво. Ну и минуты тишины, даже бывает час тишины, бывает полтора тишины, они воспринимаются очень тяжело, потому что кажется, что сейчас как прилетит прямо в тебя, прямо в то место, где ты находишься, где ты живешь. Поэтому эта тревога никуда не уходит, хотя засыпаешь под звуки взрыва, уже как бы спокойно спишь, ну спокойно просыпаешься, когда стекла дребезжат, но в принципе спишь под взрывы, под войну.